В Черкесске состоялся региональный этап спартакиады «Русгидро» в группе «Юг». Это третий отборочный этап корпоративных спортивных состязаний. Участвуют в нем 8 команд. Каждый из них хочет встать на пьедестал почета. О настрое участников, о значимости соревнований, болельщиках и атмосфере спартакиады расскажет Альбина Ламкова. А как зовут нашего самого маленького болельщика? Владислав. Владислав. За кого вы болеете? Каскад Кубанских ГЭС. Ага, Усов Николай Александрович, наш папа. Надеемся, тоже будет маленьким спортсменом в будущем. Такой же, как наш папа, да? Да, скажи? Будем такими же спортсменами, как папа. Да. Возможно и то, что в будущем малыш выберет профессию журналиста. Судя по тому, какое неподдельное любопытство он проявил к микрофону. Хотя можно и совместить два направления, став спортивным комментатором. Но пока самый маленький болельщик вдохновляет не только своего отца, но и всю команду. Несмотря на жару, борьба развернулась не на шутку. Для каждого участника спартакиады в группе «Юг» это всегда грандиозное событие. Здесь абсолютно особенная атмосфера. Невероятный накал страстей, буря эмоций и зачастую неожиданные результаты. Стадион «Нарт» стал настоящим праздником для всех участников соревнования. Мы желаем всем вам успехов, побед, но победит пускай дружба. И просим вас, будьте как дома, пожалуйста, все. Каждому из вас я хотел бы пожелать добиться главной цели, а главная цель – это победа. Быть лучшим, сильным и в спорте, и в жизни, конечно, важно. Участники спартакиады в группе «Юг» за 2 дня показали свои физические способности и навыки в 6 дисциплинах. Мини-футбол, шахматы, баскетбол, бадминтон, русский жим и многоборье, которое объединяет в себе плавание, легкую атлетику и кроссфит. В первый день были определены победители в русском жиме и в бадминтоне. Шахматисты отыграли первый круг турнира, а многоборцы опробовали первую из 5 дисциплин – плавание на 50 метров. Карина Савченко приехала из Волгоградской области. Участвует в спартакиаде в 3-й раз. Есть успехи в волейболе. В прошлом году выиграла региональный этап по легкой атлетике и получила золото. Спортом занимаюсь с детства. Это всегда эмоции, это всегда адреналин. Я очень люблю соревноваться, поэтому обязательно участвую. И по возможности от Волжской ГЭС всегда приезжаю. Здесь, да, я впервые. Мне очень нравится, очень гостеприимный народ. Очень вкусно, кухня очень нравится. В корпоративных спортивных состязаниях соревнуются 136 человек. Каждый участник получит опыт, но путевка в финал будет только у одной команды. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибуков, «Вести», Карачаево-Черкесия.